В рамках подготовки к двум товарищеским матчам Лионель Месси забил после шикарного прохода на тренировке сборной Аргентины. Форвард Барселоны получил мяч в центральном круге, ушел на дриблинги от нескольких защитников и сильным ударом отправил мяч точно в нижний угол с линии штрафной. Сборная Аргентины сыграет товарищеские матчи против Италии и Испании 23 и 27 марта соответственно, у Месси 61 гол в 123 матчах за национальную команду. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.